Алло. Да, Руслан Павлович. Я звоню вам по поводу... Вы поняли, о чем я говорю? Да, о женщине. У вас там такой шум, что говорить невозможно. Сейчас, секунду тогда. Я отойду. Алло. Алло. Так удобно? Да. Да, удобно. Почему вы себе позволяете так оскорблять женщину и... Дайте я скажу, я вас выслушаю потом. Конечно. Я свое мнение хочу сказать вам, как, ну, как вас назвать, не знаю, кроме урода какого-нибудь. Пожилая женщина, как бы это ни было, вы берете баллончик и ей глаза брызгаете баллончиком и уезжаете. Это что такое? Вы думаете, что это вам вот так оставят, что ли? Нет, Адам Султанович, можно рассказать свою версию? Дайте, я скажу, и потом вы скажете. Да, конечно. Кто бы она ни была, какой бы национальности ни была, вероисповедания не было, вот так не поступают. Вы такие единороссы, и как раз портят нам все, и вы не соответствуете, на мой взгляд, быть в этой партии вообще. Потому что сейчас такой общественный резонанс по этому поводу. Если бы вы говорили бы о каких-то террористах или экстремистах, или людей, которые предают эту страну, это был бы один момент. Но вы пожилая женщина, там зарабатываете, сидит там, как и все остальные. Вы кроме нее, на нее только наезжаете, уже мы поняли, что несколько раз это было. Знаете, что за это нужно будет отвечать? Что бы ни было, это не мужской поступок, и я не считаю вас мужчиной в понимании этой истории. Сегодня поеду к ней, могу ли набрать по телефону, извиниться, если она там, я подъеду. Адам Султанович, а можно вас попросить о помощи? Да. Смотрите, ну, во-первых, очень много угроз сыпется в мой адрес в соцсети. Ну, оно не закончится, пока этот вопрос не решит. Мы же не можем всех в мире контролировать. Я понял, Адам Султанович, это сделаю. Как второе, как можете помочь с борьбой с нелегальной вот этой торговлей? И вы в том числе в Москве и за пределами все знают, что мы курируем данное направление с нашими людьми. У нас очень тесные контакты с городом Москвы, с мэрией Москвы. Прекрасно решаем любые вопросы, 100 раз сложные. Но для нас, вот то, что сейчас вот сделали, тут старая женщина, которую обидели, понимаешь? Поэтому вы абсолютно могли в любое время с нами связаться. И в любое время мы могли бы помочь и помогаем днем и ночью, не только в Москве, во всех регионах. Я, Адам Султанович, говорю, у меня много знакомых и друзей чеченцев, осетин, дагестанцев. Ну, правильно, слушай, я еще раз сказал, тут нет вопросов национальности или вероисповедания. Тут вопрос человечности. Вы, мы, я, разницы нет, поэтому... Мне кажется, я, адекватно с вами вы по разговору видите, что я адекватный человек, и у меня есть репутация. Я уже знаю за вас. Я не националист и не, мне кажется, говорю, вы понимаете. Я понимаю то, что вы говорите, но я по факту буду смотреть, как вы сделаете. Адам Султанович, вот, к сожалению, вспыли, согласен. Ну, все, давай. Все верно. Спасибо, Игорь Николаевич. Давай.